Коми завершился двухдневный рабочий визит представителей агентства ООН по делам беженцев. Вслед за Сыктывкаром они проверили условия проживания беженцев из Донбасса и в Ухтинском пункте временного размещения. Располагается он в одной из лучших гостиниц города. Сегодня здесь живут 18 человек. И, как они рассказали, диалог с властью настроен. Все вопросы решаются оперативно. Отношения и со стороны администрации, и со стороны соцзащиты, вот, понимаете, вот, ну, я не знаю, вот, я даже передать не могу. Вот и до сих пор, вот, мы как бы уже, тут уже как бы обосновались, все, и пенсии пересчитали, вот, и живем же, все равно как-то стараются вот все вот, ну, как объяснить? Помочь. Помочь, да. Напомним, сегодня в Коми проживает 1105 беженцев. Большинство из них свой новый дом нашли в Иркутске, Усинске, Ухте и Сыктывкаре. В пунктах временного размещения остаются всего 38 человек.